впечатлить. Подумайте, когда вы в последний раз удивлялись? Когда видели уличного жонглёра? А может, глядя на цирковых акробатов? Для изображения фантастических и необыкновенных происшествий используют достижения театральных техник, свет, цифровое оформление. Иногда цирковые выступления также называют феерией. Но у нас театр, а мы актеры. Мы хотим, чтобы наши слова услышали, а эмоции почувствовали. Феерия может изобразить любую историю. Так вот, когда вы последний раз удивлялись и чему? Может быть, нам стоит удивляться не разным людям? Может, нас искренне впечатлить сможет только чудо? Итак, аплодисменты. Для всех нас в начале жизненного пути жизнь проста, прекрасна. Мы чувствуем себя уверенно. Нас окружают близкие люди, друзья. Мы точно знаем, чего хотим. Но наступает момент, которого кто-то очень ждет, а кто-то очень боится. Мы взрослеем. И дальше жизнь не кажется такой простой. Иногда кажется, что земля уходит из-под ног. Иногда кажется, что ты как лист на ветру, вот-вот сорвешься. И в такие моменты тебя может спасти лишь чудо. Этим чудом может быть кто угодно. Ваш близкий друг, брат, дядя, попутчик в автобусе. Важно, что как только в вашу жизнь придет чудо, именно оно будет освещать ваш путь. А сейчас дотроньтесь до своих сердец. Прислушайтесь к пульсу. Это вы чувствуете эту историю, переживаете вместе с героями.